Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами сделаем вот такую вот необычную, интересную, веселую подделку. Она у нас посвящена Дню цирка, Международному дню цирка, который проводится 16 апреля. Зрелищные выступления акробатов, смешные шутки клоунов, летающие под куполом гимнасты и дрессировщики с питомцами – все это цирк. Я сейчас вам покажу, как мы будем это все оформлять. Значит, вам понадобится плотный ватман или плотная бумага. Нам понадобится шаблон клоуна, либо вы можете его нарисовать сами. Карандаши, фломастеры, клей и ножницы. У меня уже есть заготовка. Я сейчас все склею и дальше покажу вам, как мы его разместим вот в таком шаре. Поехали! Так, ребята, смотрите, вот наш готовый клоун, я его уже раскрасила, склеила, и сейчас я вам покажу, как мы его будем крепить. Берем вот такую вот маленькую бумажную полосочку, складываем ее пополам, проклеиваем клеем и крепим к руке места, где будет скрепляться с нашим кругом клоун. Так, далее. Склеиваем круг. Сначала вам нужно померить диаметр, в котором будет находиться клоун, чтобы его руки и ноги плотно прилегали. Отмечаем у себя карандашиком, я уже отметила, и склеиваем круг. Так, наш круг готов. Теперь я уже приклеила вот такие вот полосочки для крепления. Мы их тоже смазываем хорошенько клеем. Смотрите, наш круг уже готов. Я его склеила по диаметру. Вот наш клоун. У него уже готовы места крепления. Я их смазала клеем. Нам осталось только закрепить. С обратной стороны все поддерживаем пальчиками, чтобы у нас ничего не распалось, все хорошо склеилось. Вот ножки, ручки. И вот наш клоун уже готов. Можно устроить веселые гонки.